лыжами, свои пригорки, ручейки. Конечно, кто ж сравнит с Петербургом? Эх, Петербург! Что за жизнь? Что думаете? Я только переписываю. Начальник отделения, что я чтобы сказать, это так, а это вот так, а там уж чиновника для письма эдакой крыса пером только пошел писать. Хотели было даже меня, конечно, асессором сделать, да думать, зачем? И что ж, летит за мной на лестнице. Позвольте, Иван Саныч, вот вам сапоги почищу. Господа, ну что же вы стоите? Прошу покорнейше, садитесь. Ничего, мы так постоим. Без чинов! Прошу садиться! Садиться! Я не люблю церемоний. Напротив, всегда стараюсь проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только будешь куда-нибудь тут и говорят, а, вон он, Иван Саныч идет. Один раз меня даже приняли за главнокомандующего. Солдаты поускакивали с гауптвахты. И сделали лошадёнка! После уж офицер, который мне хорошо знаком, говорит, брат, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Да, скажите, как? Да меня уже везде знают. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные медведички. Литератора часто вижу. С Пушкиным от русских нет. Бывал, часто говорю ему. Ну что, брат, Пушкин? Да так как-то брат отвечает, бывало. Так как-то. Все! Боже, все, я не знал. Простите, вы пишете? Это должно быть приятно, Тимофея. А вы, наверное, в журналы помещаете? Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много сочинений. Женитьба Фигаро. Роберт. Дьявол. Норма. Сейчас уж и название не припомню. Я не хотел писать. Театральная дирекция говорит, пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Ну вот, пожалуй, изволь, братец. Тут же в один вечер, кажется, все и написал. Всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все то, что было под именем барона Брамбеуса, бригад надежды, московский телеграф, это все... Я написал. Вы были барон Брамбеус? Ну как же! Я им всем статьи поправляю. Мне Смердин дает за это 40 тысяч. Простите, Юрий Милославский, это ваше сочинение? Да, это мое сочинение. Я только что догадался. Маменька, там написано, что это господин Загоскин. Это правда. Это господин Загоскин. Но есть другой. Юрий Милославский. То
тоже балы даю. А я думаю, с таким вкусом и великолепием у вас. Просто не говорите. Мечтаю, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке на пароходе приехал прямо из Парижа. Открой крышку. Бар, подобного которому невозможно отписать в природе. Я всякий день на балах. У нас там и вид свой составился. Министр иностранных дел французский послать, немецкий послать, арест послать. И я. И так уморишь свой. Я и забыл, что живу в пятиэтаже. У меня одна лестница. Когда я еще не проснулся, крабок не знаю. Толкутся и жужжат там, как свели. Только и слышно. Иной раз и министр. Вы даже на пакет пишут. Ваш превосходительство. Один раз. Я даже управлял тебя. Странно. Директор уехал. Куда уехал? Неизвестно. Но натурально пошли толки. Как, что, кому занять должность? Но они из генералов находились, охотники брались. Да подойду! Нет! Мудрено! Оно кажется легко на вид, а рассмотришь, просто черт возьми! Нечего делать! Ко мне! Вам сядешь! Ступайте в департамент управлять! Отдохнуть! Да, 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 да